Несмотря на голод, медведи только и могут что ждать. Но лед формируется недостаточно быстро, чтобы семья Авроры могла вернуться в свой район охоты. Одни медведи решают залечь, а другие теряют терпение. Самцы используют это время, чтобы оттачивать боевые навыки. Один из медвежат Авроры, Каска, смотрит, как тундра превращается в поле битвы. Со временем детеныши должны будут научиться драться. Пока они могут только наблюдать.